ребята, всем привет. У нас первый вечер. Вот, и мы тут ходим, заселяемся в бар. Вот, пришли проверить, что у нас здесь all inclusive, а что not all inclusive. Тут вот написано, что многие в египетских фунтах, но вот здесь вот написано, видите, all inclusive, а вот это уже считается не all inclusive. Если, например, вы берете завтрак, там типа завтрак, ужин там и так далее, если у вас нету all inclusive, то для вас будут вот такие вот цены на коктейли. Вот что у нас здесь в баре, смотрите сами. Вот мы тут стоим, выбираем. Кофе — это 100 египетских фунтов? Да, алкоголь, кофе — это 100 египетских фунтов. А сколько это в долларах? Не знаю, там, по-моему, кстати, курс вообще такой нормальный. То есть в том плане, что... Вот, можно выбрать, что хотите. Вот такой барчик, видите, вот они тут делают. Коктейли. О, красавчики. Народу много, мы же тут пошли, прогулялись. Очень красивая территория, реально очень все качественно сделано. А народу, в принципе, места хватает. Фонтанчик сейчас не работает, да. Да, ну что будем брать-то? Давай брать. Так, вот что у нас вот здесь? Вот, смотрите, soft drink. Soft — это, по-моему, безалкогольное. Да, mineral water, видишь, да, пожалуйста. Да, hot drink, эспрессо. Вот я, как раз, сегодня брала. Можно с собой взять, вон, латте, макачино, только пиво, вино. Профессиональные есть. Ну да. Не, они здесь не делали, он мне делал через вот это. Да, через автомат делал. Вот, а из напитков, из алкогольных, смотрите, виски, ром, водка, бренди, текила и, ой, узо. Узо. Узо, узо, да. Это греческая водка. Греческая водка. Так, я хочу какой-нибудь коктейль. Наверное, я возьму свой любимый мохито. Флорида. А что такое мактейль? Безалкогольный. Это тебе. А мне можно позволить себе. Что сразу я-то? Вайкики. Вайкики. Да, пинэппл. Не, пинэппл мне нельзя. А так вот есть, видите, вот такие вот цены. А так вот есть, и у них еще, смотрю, вот такая вот барная стойка. То есть можно и алкоголь взять такой вот, ну, хороший. Вон там и бац есть. Всякие пейники. Вот, в общем, выбор, конечно, такой хороший. Они уже, кстати, весь отель украшен к Новому году. Вот. Здесь вот стоечка, сегодня какой-то должен быть концерт. Сейчас выберем что-нибудь. Да, у нас здесь пунш еще. Какой классный. Заказали, короче, мохито и заказали... Господи, джинфи заказал. Ма-ма-ма-ма-ма. Короче, сейчас будем первый вечер отмечать. У меня тут мохито делают, смотрите. Что-то смотришь, сахар убери из рук. Фу, брось капу. Сахар. Сахар, сахар. Это я тебе насыпала. Такой большой? Да, он такой большой, да. Прикинь. Тут сколько грамм-то? Грамм 20, наверное. Грамм 20, да. О, мохито моя. Ты готов? Так, мохито берем, окей. One. And джинфис. Джинфис, да? Джинфис, что я вот это хочу попробовать, такой запах классный. Не хотела первый день Бухалова снимать. Нет, все, Ван меня это взял такой, достал. Раздраконил, да. Ну все. Давай. За все хорошее. С нами, как говорится, случается. Да, все, будем сейчас пробовать. Их мохито. И взяла еще какой-то такой, знаете, у них как этот. Прикольная. А, она алкогольная. Попробуй. Классная. Вообще прикольная. Это я не знаю, что это такое, но прикольная это вещь. Пунш. Яблочный. Пунш. Ну, прикольный. Запах классный, мне понравился. Ну, там алкоголь, по-моему, есть. Ставь. Да. Что это такое? Только мало. А так вот, пожалуйста, барчик. Есть места. И он хотел вон там сесть, но там что-то какую-то кубку оставил. Я не знаю, либо забыли, либо забили номер. Вот так вот. Сейчас попробую мохито. Вкусно, не вкусно. О, кстати, мохито вкусно. Реально классно. Че, как у тебя джинфис? Прикольно? Может попробовать? Да. Пробуй здесь лайм. Не, я просто помню, в Турции брала, и мне не понравился, потому что он еще был очень кислый, прям ужасно. Здесь нет. Здесь сластинки не хватает.
Что-то отдаю такой горечью какой-то. Джин. Горечь, что это такое? Это джин. Это джин, да? Джин такой горечь. Да. Понятно. Не, у меня мохито вкусный. Содовый и добавили лайм. Не, мохито, знаете, девочки, прям очень вкусный такой. Хороший, мне прям понравился. Мохито очень вкусный. Ну, прям действительно его классно так сделали. Там есть пиво, виски, вино. Не, выбор хороший. Очень хороший выбор алкоголя. Много народу. Вот, и, в принципе, сам алкоголь достаточно неплохой. Мы сегодня за ужином пили пиво. Вот, пиво тоже очень классное. Сейчас ходили, гуляли, там столько народу на улице. Ветер очень сильный, здесь папа считает. Че, Вовка, где набрал? Поменяли сейчас $20 на ресепшене. Нам поменяли, по сути, с бара. Вот, как мы пошутили, им же и уйдут эти деньги. Потому что мы хотели завтра отдать деньги этому уборщику, потому что он нам сегодня притащил много всего интересного. Вот. Хотели, так сказать, его поблагодарить, но мелочи не было, поэтому пришлось его сегодня побрить. Вот, ну а так вот, даже мы сейчас с ребятами разговаривали, говорят, уж очень они любят, понимаешь ли, мани-мани, как бы, в плане, что ждут чаевых. Так, ну, я не поняла, будет у нас какая-то программа-то или не будет, Вован? Что ты там все перебираешь-то? Все, как царь Кощей над златом, чао, нет. Они нам тюкали 2 старых доллара. Остальные новые. Ну и что ты предлагаешь с ними делать? Нового. Да ладно. Короче, вот эту фигню не советую брать, невкусную. Попробуй мохито, вообще да, вкусный. Ну понятно. Ну не знаю, мохито мой вообще очень вкусный. Причем, кстати, я посмотрела, мохито нету в этом в списке, а все равно делаю, да? Прикольно. Что так вздыхаешь-то тяжело? Как тебе отель? Нормально. Что скажешь, нормально? Мне очень понравилось, там очень красивая территория. Прям вообще. Но, ну, что? Как это? Пирамиды. Пирамиды? Не, ну да, реально. Знаете, выходишь и прям это, теряешься, да. Прям вот здесь очень так все запутанно. Заходишь в банку и потерял. Причем ты, кстати, знаешь, я слышала, что в Хургаде запрещено строить дома высокие. То есть здесь все отели, они такие низенькие. Здесь нету вот этих высоких отелей. Они все по 5-6 этажей. Как у них почва-то сок. Ну да. То есть здесь вот таких, знаешь, это небоскребов здесь нету. Нету. Это я считала в прошлый раз, девчонка. Сок. Ну да. Он блин, просто не ест. И если поставить такое здание, то оно что-то нам 2-3 этажа. Что-то нам это, знаете, дали третий этаж, и я думала, что-то как-то низко. А в итоге получилось так, что, в принципе, нормально. Потому что сам отель, он из 5 этажей состоит. Так что, в принципе, нормально. Так вот. Кстати, сейчас тоже поговорили с ребятами. Они говорят, что намного выгоднее ездить по Uber. Причем платить в их местных фунтах. Вот. И вот они ездили от отеля с пирамидцы, да, вот, в центр Хургады, да, получается, да, там какой-то мол. Вот, и там какой-то мол, и они съездили, получается, за 240 рублей, вообще недорого. А если, например, брать здесь местных этих таксистов, то $10-20. От отеля. Да, то $10-20, так что невыгодно. Вот такие дела. В общем, мы тут это бухаем. Ну как же приехать в All-Inclusive и не побухать, да? Вован уже спит. Кстати, очень понравился номер, он очень большой, просторный, вот, ну, очень высокие потолки, ну, здорово, просто классный. Есть ванна, душ, прям вот шикарно. Все, что надо. Правда, стены, конечно, такие толстые, не пропускают интернет, а так вообще очень здорово. И, кстати, кто будет брать, например, район Пирамисы, лучше советую брать Оранж. Говорят, тут извращенцы одни, чего? Какое? И Irish кофе. Ну, и что? Это виски с кофе. А, и что? Потом, значит, виски с кофе, да? Royal кофе. А мне понравился сегодня суп, как там, что там, как назывался? Нет, Royal кофе. Royal кофе, что там? Коньяк с кофе. Коньяк с кофе, да? Нормально. А, не кофе с коньяком, а коньяк с кофе, да? Да, да. Капелька кофе добавлена. Карибский кофе. Как думаешь, чем это? Карибы с кофе.
Ром. Это ром с кофе. Ром с кофе, да? Да. А это за деньги, да? Мексиканский кофе. Текила с кофе. С текилой кофе. Извращенцы, да. Это стоит все 350 местных денег. А, кстати, по-моему, там вообще очень хороший курс такой. Там что-то 1 к 50. А я тебя и просил. 1 к 4. 1 рубль 4 фунта. То есть 1 рубль 4 фунта. Ты мне скажешь, сколько долларов? 1 доллар, по-моему, 40 фунтов идет. 40 фунтов? Да, по-моему, если я не ошибаюсь. Что-то я смотрел тут недавно. А ты поглядел. Ну, посмотрим, посмотрим. Они посидели еще немного. К нам сейчас подошел официант. Вот, я говорю, что он спрашивает, что вам еще принести. А я говорю, нам, пожалуйста, еще мне мохито. Вовка, что ты сказал, пиво, да? Вот. Ну, слушай, может, хватит уже мешать-то? Мешать хватит, говорю. Короче, Вован ударился во все тяжкие. Вот представляете, девочки, он не пил вообще сколько? Ты после Турции вообще ни глоточка не пил. Да. А потом вот сейчас вот приехал. Знаете, это... грех не напиться, да? Приезд. В общем, это да, бухаем, все ладно, да? Ну, не бухаем, но так это, по мелочи. Да. Но, кстати, мохито очень вкусно у них делают, прям, знаете, такой вкусненький, сладенький. Иногда бывает просто, ну, много там, либо алкоголя добавят, либо мало сахара там и так далее. А здесь он прям помял, то есть все хорошо сделал, прям очень вкусненько получилось. Слушай, а мне знаешь, что интересно, они здесь делают B52, как считаешь? Денежки сделал. Ну как-то дорого, знаешь, за каждое действие, за каждый пальчик доллар 2 это перебор, я считаю. Да, вон нам это молодой человек несет. Вроде это еще алкоголь. Так, что нам еще несут? О, спасибо. Спасибо. Мохито. О, спасибо. Да. Мохито. Да. И тебе бир. Все. Спасибо. Кстати, вот это вкусная штука, я что-то сейчас пробовала. Сейчас раз пробовал, нормально так получилось. Оставьте. Все. Спасибо. Спасибо. Я не поняла, что он хочет у меня. О, что он от меня отмокается? Что от меня хочет? Что-то, да? Это оставить или забрать. А, да? Ну, короче, я его не поняла. А я понял. А я уже ничего не понимаю. Что-то у меня, кстати, так вот дало немножечко. Ты уже забыла английский. А вообще. Они что-то быстро говорят. Мне надо членом раздельно, чтобы они говорили, тогда я пойму. По слогам, пожалуйста. По слогам. Помедленнее записываю. Да. И я записываю, да. Ну что, давай. Зайка, давай. Все, мы с Зайкой пьем. Девочки, мы с Зайкой пьем. Не хватило? А что-то мы так это, разгуляли сейчас. Может, вот это действие? А? Вот это действие. Не, если хочешь, можем пойти и снять это. Сделаем это алкогольный кофе. Тебе чисто в ром добавят это кофе. Нет, мне, пожалуйста, вот как здесь написано, так и сделай. Вот этот кофе. Royal кофе. Когняк. Курвуазье. VS. Кофе. И... Вайпет крым. А. Девочки, вот знаю, что мне завтра будет фигово. Завтра у меня будет сушняк. Завтра у меня будет это... Голова болит, потому что я уже третью сегодня мешаю. Выпила сегодня пиво, два мохито и вот это вот бодягу с яблоком. Но не могу остановиться, понимаете, когда приезжаешь в All-Inclusive, это прям вот... Это писец. Во, как остановиться? Невозможно. Согласен? А ты вот на этот бар. И спроси, кто у вас самый лучший бар? Барман. Я хочу, чтобы он мне шоу тут показал, там, знаешь, этот, сюда и прыгал, туда, вот перекидывал. $5 положи. $5. Еще вкусняшка. Кстати, как тебе местное пиво? Подяжет? Вот это подяжное. Ну, кстати, да. Получается, даже пенки-то нету нифига. Нет, пенка есть. Не, ну вот мы сегодня за ужином пили, вроде нормальное. За ужином, да, а вот это бодяга. Ну а здесь уже, понимаешь, а здесь почему бодяжка? Потому что народ уже пьяненький, уже не разбирается. Уже похеру, они после столовой там дернули это, вина белого, красненького, и пошли в бар. А тут уже бодяга. Реально. Ой, бодяга. Ну я, короче, рада, что мы с тобой выбрали все-таки, да? На плюхой даже. Да. Чем пахнет? Не знаю.
знаю. Пиво вроде как чем-то пахнет. Печеный, молодой. Да. Кстати, буду сегодня еще вечером, если буду в Можах, девочки, буду сегодня искать еще этот путевку нам. Путевку. Экскурсию. Вот. Мне там посоветовали пару агентств. Кстати, спасибо вам большое, мне пишите в Инстаграм. Ссылочка, как всегда, в описании. Вот, и советуйте, где заказать там всякие вот экскурсии, чего, куда. Это здорово. Короче, за вас, за нас и за спецназ. Мохито мой любимый. Вот мой любимый, мохито сидит. Что будем брать завтра? Не знаю. А я думаю, надо сегодня, я зайду, наверное, на этот сайт, который мне посоветовали, и попробую там посмотреть. Нужно, кстати, знаете что, взять у него буклет, посмотреть. Сколько у него стоит, да? И сравнить там с другими. Естественно, там будет дешевле, но как ты будешь обсуждать? Не, ну просто вот там, где мне посоветовали, я знаю их, понимаешь? То есть они реально продают экскурсии. То есть, ну, они нормальное турагентство. Вот и все. Но я не вижу смысла, девочки, переплачивать, понимаете? Потому что, ну, вот я смотрела, ну, мне... Ну, как писали все, это помнишь? Че? Это они хотели взять какую-то экскурсию, но дорого, и ушли. А! И следующий день сам пришел. Да вот Лена вот и говорила. Ну, вы надумали? Да, она говорит, что мы там еще и можем и ребенка бесплатно там туда-сюда. То есть у них как бы сначала они там одну цену вам ломят, а в итоге потом еще и сами же скидывают эту цену. То есть я так понял, они не системят это обратно? Нет, они 14-го, мы 15-го. Чего? Они 14-го, мы 15-го. А, мы 15-го да. В ночь? Да. Мы утром, 6:40 у нас вылет. А, 6:40, но 15. Да, ну у нас заберут отсюда часа. Здесь за 3-4 часа вас забирают. Или за... Хотя говорят, что когда обратно летишь, там много вот этих блокиты бумажные. Ну, то есть, вот. Хотя вот этот сегодня гид в автобусе сказал, что нету. Ну, сейчас, говорит, нету. Сейчас это помнишь, я тебе читал в Сибири? Ну. Наш министр, это, не помню, звонил в Египет. Ну. Это министр по туризму. Почему такая блокита именно в русских? Ну, это ну, типа вы сами хотели, да? Терминалы, все, а говорит, по 2-3 часа и из-за этого идут это задержки рейса. Ну, типа вы сами хотели, так что нефиг тут выеживаться, вот, да? Вот, типа, почему такая задержка? Почему вы смотрите? Вот вы поглядели, три кордона, говорит, шли они. А нафига глядеть при посадке, опять же? Эти ну, сумки. Да. Мало ли чем там этот дьюти фри купил. Логично. Это, отобрать алкашку. Алкашку. Ну да. Ну не знаю, посмотрим. Ну, по сути, гляди. Ну короче, торопиться не надо. У нас 9 ночей впереди. Че ты? Вот нет, меня. Это фишка в чем, гляди. Я не помню, в какой-то стране. Нет, такое было. Это что это одно время, что типа турики шли в дьюти фри. Купали алкашку, а при посадке у них глядели. То есть скрыт пакет duty free. Сейчас везде нет. Заставляют скрывая смотреть это что? Нет. Я имею в виду, его же заблимпаковывают, хвалят, прокатывают, чтобы ты не смог достать. Это все в вакууме. Ну, понятно. То есть глядели. То есть скрыл ты его или нет? Если ну, пакет... посмотрим. Вов, давай не будем загадывать. Если пакет был скрытый, то эту алкашку изымали. Да. Кстати, я вот тут заметила, здесь, смотрите, стоит пианино. Вот, и, соответственно, видать, здесь какие-то проходят концерты. Вот, а здесь вот у нас еще, смотрите, фонтанчик. Видите, прямо в центре бара получается, как это, фонтанчик. Уже, кстати, мне очень понравилось то, что весь отель украшен к Новому году, то есть уже елочки стоят там, всякие дед-драгуны. Сегодня ехали, Альбатрос. Да. А там уже елка, домик, там дед-драгуны. Альбатрос, кстати, очень хороший. В серии отелей Альбатрос очень дорогая достаточно. Вот Санрайз и Альбатрос считается мне очень хорошим. Мне понравился третий Альбатрос. Да? Как он назывался? Я не помню. Высота Альбатрос, что-то вот Мовин это, пик? Где мы ехали. Мовин пик? Нет. Ну, короче, Альбатрос не знаю. Здесь. Ой, да ну, ладно. Ехали, помнишь, где эти, как вам? Через пески ехали. Далеко туда вниз, и он прям там ходит из песка сделан весь. И там прям море это.
Но я, честно, я не помню уже. На высоте от моря. Понятно. Не, ну, знаете, девочки, мы сегодня приехали, получается, у нас первый день. Вот, наши 9 ночей впереди, и мы успеем все сделать. Но ветер сильный. Ветер вообще жуть. Мы сейчас еще ехали на машинке, нас прокатили. Да? Ну, суть по пальмам, да. Суть по пальмам, да. Суть по пальмам стихла. Но вот мы сейчас ехали на машинке, там прям ветер был очень сильный. Вот, и в принципе, конечно, да. Прям не очень приятно. Автомат не лежат рано. Не, ну мы сейчас ехали, ты видел, там темень какая? Ну да. Пиздец вообще. Как вот Алена сказала, что вот едешь-едешь, несколько отелей, а потом раз, и раз пустыня. И там, соответственно, отели. Ни подсветки, ничего. И, в общем, если брать машинку, только максимум днем. И машинки здесь, кстати, можно взять без прав. Машинки огромные просто. Да. Реально огромные. Да. То есть не такие, как в этом. Ты взял там, лимузин стоял длинный. Там это еще. Не, такая машинка, по-моему, $30 вообще стоит. 30, да. Вот. Ну ладно, моя хорошая. В общем, мы тут бухаем, в общем, мы тут пьем, все дегустируем. Говорю, в принципе, неплохие алкогольные напитки. Ну, конечно, вечером, возможно, подяжет пиво. Но вот за ужином мы кушали, заказали пиво. Было, в принципе, нормально. Вино не пробовали, я не хочу, потому что у меня что-то от вина изжога обычно бывает. Вот. А вот такой вот мохито я прям обожаю. Еще, конечно, перепробуем все коктейли. У нас сегодня только первый день. Вот. Нужно сейчас, как говорится, отдохнуть немножко, и мы пойдем спать. Вот, потому что завтра еще там хочется не пропускать целый день. Вот, а мы увидимся с вами уже завтра. Вот, не забывайте на нас подписываться, потому что впереди все самое интересное, веселое и классное. Так что не забывайте про свои лайки, комментарии, подписки. Так что подписывайтесь на наш инстаграм, ссылочка в описании. Вот, так что всех любим, всех целуем. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока.